Добрый день, уважаемые зрители. Продолжаю свой рассказ из цикла «Дорогами» Ольги Брукман. Вот это массажный салон, куда ходила Оля год назад. Два года назад. Можно увидеть в ее видео. Его легко опознать, потому что здесь расположен ресторан «Армения» и рядом этот массажный салон. Она сказала, что очень ей нравится он, что чистый. Вот здесь видите, спят они. Здесь массаж ног, и там отдельные комнатки. Ну, цены остались точно такие же. По 200 бат, по 6 долларов массаж. Обычный тайский массаж ног 1 час с маслом. 8 долларов, 300 бат. Отказалась она ходить на массаж слепых. Но, в принципе, она права, отсюда это далеко ехать. В следующем своем репортаже я вам покажу этот салон массажа, где делают массаж слепые. А так, вот этот массажный салон, где раздевалась, где массажировали Ольгу Брукман. Называется O-Ring Massage and Spa. Также ее дочку тут массажировали, Лену Ланге. Ну, не знаю. И непослушной Нельке делали массаж. Все, всем пока. Всего доброго, до свидания.